Привет всем. Проверим, какой ток выдает на заряд аккумулятора бензогенератор. Этот аккумулятор у меня полностью заряженный, но там еще у меня стоит, который нужно подзаряжать. И вот мы на этот 52 ампера, ну в нем осталось очень мало ампер, а там 60 ампер. Посмотрим, как тот будет брать заряд и какой ток. У меня есть токовые клещи замерят. Сейчас заведу и посмотрим в холостом, сколько выдает он. Вот его напряжение. Сейчас я повешу клеммы на аккумулятор. Ну вот видите, 13, будем одновременно. Ну, как видите, вот, достигает 16 с чем-то вольт. Просто мне в комментариях пишут, что когда поставишь на аккумулятор клеммы, изначальное напряжение будет такое, как на аккумуляторе. Потом оно начнет подниматься. И для гелиевых аккумуляторов это не подходит. Они просто сдохнут. Ну, может, чуть-чуть там подзарядить. Ну, поехали дальше. Сейчас мы подключим новый аккумулятор. Этот аккумулятор 65 ампер. Но этот тоже полностью заряженный. 12,7 показывает. Сейчас посмотрим. Ну вот, вы увидите все показания, выводы делаете сами. То есть, как подзарядить аккумулятор, ну если нужно очень сильно, то можно. Но если реально заряжать аккумулятор, то нужно 100 амперный аккумулятор. А так вообще нужно нормальной зарядкой заряжать. Но тот, который идет в комплекте с генератором, гелевый аккумулятор, его категорически здесь заряжать нельзя. Потому что напряжение моментально поднимется. Ему нужно 0,7 ампера. А эта штука выдает 10 ампер. Ну, по паспорту так, в принципе, и написано. Всем до встречи, комментируйте, лайкайте, подписывайтесь. Всем пока.